Всем привет, друзья! У нас сегодня для вас новый обзор, поэтому устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! В наше время ясно показывают силу идей. Развивающиеся компьютерные технологии, новые возможности для творческой работы – все эти инновации двигают нас вперед. Будучи одним из лидеров в сфере компьютерных технологий, наш бренд Asus возглавляет данный процесс. Мы используем весь наш опыт по разработке инновационных решений для того, чтобы предоставлять пользователям больше возможностей. Я неоднократно говорил, что наши продукты ориентированы на конечного потребителя. Они улучшают жизнь и формируют креативные процессы будущего. И сегодня у меня для вас приготовлен Asus VivoBook S15 OLED. Он идеально подходит для развлечений, работы и повседневного творчества. Ноутбук выполнен в современном дизайне и оформлен в черном цвете под названием Midnight Black. В качестве модного акцента клавиша Enter декорирована узором, напоминающим сигнальную ленту. Оформление дополняет объемный логотип Asus. Кстати, вес устройства 1,7 кг, а толщина 17,9 мм. OLED-дисплеи Asus отличаются превосходным качеством цветопередачи. Благодаря безупречной релизе воспроизведению оттенков, они отлично подходят для творческой работы. Ноутбук VivoBook S15 OLED оснащается новым OLED-дисплеем Nano Edge с соотношением сторон 16:9 и разрешением 2.8К. Великолепный экран с широким углом обзора и яркостью 600 кандел на квадратный метр отличается высочайшей четкостью деталей, впечатляющим соотношением площади экрана к корпусу 86% и 100% цветовым охватом DCI-P3 для сверхярких цветов. Он также сертифицирован Pantone Validated и Visa дисплей HDR True Black 600, что гарантирует высочайшую точность цветопередачи и максимально возможный глубокий черный цвет для каждого изображения. Низкий уровень синего света сертифицирован как SGS, поэтому даже самые длительные сеансы просмотра всегда приятные для глаз. Дисплей VivoBook S15 OLED обладает лучшей в своем классе цветовой гаммой. Он воспроизводит цвета с превосходной реалистичной точностью для изображений профессионального уровня, что делает его идеальным для профессиональной и творческой работы, а также для тех, кто просто хочет насладиться высочайшей точностью цветопередачи. OLED-дисплей, благодаря природе специальных органических светоизлучающих соединений, которые он использует, уменьшает вредный синий свет до 70% по сравнению с ЖК-дисплеем, что делает его более щадящим для ваших глаз. В ноутбуке установлен уникальный OLED-дисплей с диагональю 15,6 дюймов, с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 миллисекунды и разрешением 2.8К. Это открывает вам новые границы и дает вам гораздо больше, помимо ярких и сочных цветов, любой контент, игры, творчество, повседневная работа, медиа-развлечения становятся плавными и максимально приятными на глаз. Вот это, конечно, здорово. Еще классно, что цветовую гамму дисплея можно быстро и легко переключать для различных задач или предпочтений. Помимо ультраярких собственных цветов, выберите sRGB для создания веб-контента или просмотра веб-страниц, DCI-P3 для киноконтента или DisplayP3 для цветов кинематографического качества, оптимизированных для повседневного просмотра в реальном мире. Ноутбук VivoBook S15 OLED станет надежным инструментом для творческих людей, стремящихся к новым открытиям. Эта модель одинаково хорошо подходит как и для поиска информации в интернете, так и для создания медиа-контента и развлечений благодаря мощной аппаратной конфигурации. В максимальной версии включает 14-ядерный процессор Intel Core i9 13-го поколения 13900H, графику Intel Arc A350M, 16 гигабайт оперативной памяти формата LPDDR5 и твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт PCI-Express 4.0. В производительном режиме Performance термопакет чипа процессора достигает 45 Вт, что обеспечивает его высокую скорость. VivoBook S15 OLED соответствует требованиям стандарта Intel Evo по таким аспектам, как быстрая подзарядка, длительное время автономной работы, коммуникационные возможности, моментальный выход из спящего режима, высокая производительность. И все это в ультракомпактном форм-факторе. Для охлаждения компонентов в ноутбуке VivoBook S15 OLED применяется высокоэффективная технология охлаждения под названием Asus iCool с модернизированными тепловыми трубками диаметром 8,6 мм, а также вентиляторы IceBlade, которые эффективно ускоряют передачу тепла. 87-лопастные вентиляторы и крыльчатка изготовлены из жидкокристаллического полимера. Они легче и тоньше, чем обычные вентиляторы. Мощный аккумулятор емкостью 75 Вт-часов гарантирует длительное время автономной работы, чтобы погрузиться в творческую работу с головой и долго не беспокоиться о подзарядке. Для продуктивной работы и удобства пользователя ноутбук оснащается
управляется контроллером Wi-Fi 6E. Имеется шторка, которая закрывает веб-камеру для мгновенной конфиденциальности, защищая вас от посторонних глаз или помех, или, к примеру, от случайного включения видеотрансляции. Кстати, насчет веб-камеры. Технологии Asus 3D Noise Reduction, 3DNR, и новые эффекты веб-камеры в MyAsus выводят ваши видеозвонки на новый уровень. 3DNR значительно повышает четкость изображения с веб-камеры с помощью уникального алгоритма, который повышает резкость изображения и выполняет шумоподавление в реальном времени, чтобы во время видеозвонков все выглядело четким. А для безопасной биометрической авторизации в системе с помощью функции Windows Hello в кнопку включения ноутбука встроен сканер отпечатков пальцев. К слову о клавиатуре. Наша миссия в Asus — поднять взаимодействие человека с технологиями на более высокий и интуитивно понятный уровень, чем когда-либо прежде. Новейшая клавиатура Asus ErgoSense разработана для обеспечения отличного опыта ввода, чтобы было все максимально комфортно и приятно. Ваш комфорт является нашим главным приоритетом. Вот почему клавиатура ErgoSense обеспечивает невероятно приятное ощущение благодаря оптимальному отскоку и перемещению, рассчитанному с высокой точностью. Вы без труда справитесь со своей работой. Кстати, вы также можете для себя открыть новые возможности применения за счет того, что крышка ноутбука способна раскрываться на 180 градусов. Лично для меня это очень удобно, когда ты где-нибудь сидишь на диване, ноутбук у тебя на коленках и тебе требуется более широкий угол обзора. Стоит еще отметить важную деталь. Ноутбук имеет антимикробное покрытие, которое подавляет рост бактерий на 99% и сохраняет эффективность как минимум 3 года. Антимикробное покрытие Asus Antimicrobial Technology делает ноутбук более гигиеничным. Оно наносится на те поверхности устройства, к которым пользователь прикасается чаще всего. И в варианте Antimicrobial Guard весьма эффективно подавляет рост бактерий. Оно наносится на те поверхности устройства, к которым пользователь прикасается чаще всего. И в варианте Antimicrobial Guard весьма эффективно подавляет рост бактерий. А в более насыщенном варианте Antimicrobial Guard Plus не только бактерий, но и вирусов. Подробный обзор об этой технологии вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Там я рассказываю про все особенности. В дополнение, эта модель ноутбука, впрочем, как и все ноутбуки Asus, тестируется в соответствии со строгими требованиями американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H. 12 методов и 26 процедур тестирования являются гарантией их максимальной надежности и прочности, что означает длительный срок службы. Также отмечу, устройство оснащается потрясающей аудиосистемой сертифицированной компанией Harman Kardon. Поддерживаются пространственные аудиоэффекты Dolby Atmos, усиливающие эффект погружения в музыку, фильмы и прочий контент. Кстати, к слову о подключении периферии, мониторов и прочего. Предлагаются следующие порты. Порт Thunderbolt 4, он же разъем USB-C с пропускной способностью 40 гигабит в секунду и поддержкой 8К дисплеев. Далее HDMI 1.4 и USB 3.2 Gen 1 Type-A для передачи данных со скоростью 5 гигабит в секунду. Также на этой стороне для звукового оборудования имеется удобный комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. А с другой стороны находится один порт USB 2.0. Итак, что хочу сказать в заключении. Ноутбук VivoBook S15 OLED создан, чтобы вдохновлять пользователей, увлеченных созданием медиа-контента, на новые идеи. Поэтому дизайн этого устройства отражает позитивный и творческий настрой. Он создан для продуктивной работы и мобильного образа жизни. Уникальный стиль, современная отделка корпуса, превосходное качество изображения, мощная конфигурация для новых открытий. В общем, этот ноутбук создан для работы и учебы в удовольствие. Ну а я вам говорю до свидания, как и всегда. Не прощаюсь, до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита. Впереди у нас, как и всегда, много интересного и неизведанного. Пока.